Год назад я, простой таксист из Донецка, пошел защищать свою родину. Нас было пятеро на блокпосту. Макс Металлург, дизайнер Юра, Иваныч, шахтер с 40-летним стажем, Олег, 15-летний пацан, и я. Нашей задачей было выявлять и не допускать в город провокаторов и радикалов. Тогда у нас на всех было пара бейсбольных бит, несколько коктейлей Молотова и одно ружье. Вот и весь наш арсенал. Этим оружием мы бы вряд ли остановили врага, но мы точно знали, что отступать нам некуда. За нами наша земля. За год многое изменилось. Крон 35, я Гранит 21, прием. Гранит 21, я Крон 35, на связи. Ориентир 5, вправо 300, ближе 100, цель 201, огонь. Мы научились воевать. У нас появилось оружие. Право 100, цель 201, огонь. Броня, я 21. Марш! 222. Из ополчения мы превратились в армию. Броня, я 21. Ориентир 1. Право 50. Там в окопе. Ну что? Мы сумели дать отпор врагу. И теперь не отступим. Как и прежде, мы знаем, что воюем за правду, воюем за свою родину, воюем за свой Донбасс. Победа будет за нами. Вступай в ряды армии Донецкой Народной Республики. Россию сбереги, русский русскому помоги.